Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы вам покажем такое, чего вы еще не видели. У меня специальный гость Тимур, который нам сейчас расскажет вот про это. Что это, Тимур? Где ты это нашел? Во-первых, здравствуйте. Мы не обзорщики. Я к Юре попал случайно. Да, ребят. В общем, как все обзорщики любят делать, да, сейчас вот обратите внимание на задний фон, да, тут меняются разные там. У нас сегодня Интерскол, ребят, Интерскол. Замечательный ящик. Что в этом ящике? Угадайте. Да-да-да-да. Угадай, что в этом. Расскажи, там, наверное, поезда. Слышь? Поезда. Да. Нет, в ящике не поезда, в ящике... Точно. Какие-то ништяки, я так думаю. Ништяки, да. Короче, игрушки для взрослых дядей. Для взрослых дядей. Да. Тут, смотри, я, короче, насмотрелся этих всех обзоров. Всего, короче, вот этого. Да, то есть вот эти всякие защелки, да, то есть как там, как говорил один, как дети малые, говорит, что вам показывать? Вот, говорит, оно застегивается, вот оно, говорит, застегивается, говорит, вот оно расстегивается, да. То есть, ну, тут классные защелки в ящике. Да. Однозначно лайк надо поставить за одни только защелки и за ящик. Ну, а самое интересное внутреннее. Ящик стоит 1600 рублей. Это, ребят, мультимакс. Да. Ни у кого нет, а у нас есть. У нас есть мультимакс, который, по ходу дела, еще и сломался. Да? Шутка, юмор. Бог его знает, что с ним случилось. Вот. Что короче, это такое? Что это? Расскажи. Короче, Интерскол презентовал в прошлом году такую мультиплатформу, типа мультимакс. У них был мини-макс и появился такой мультимакс. Темка, короче, прикольная, типа шуруповерт, но спереди шуруповерта все выкидываем, оставляем только двигатель. Двигатель у них 24 тысячи оборотов в минуту. Прикиньте, да? Можно приделать пропеллер и полететь. Да, я прям этим безумно заинтересовался, думаю, ну ничего себе, такая штука прикольная. Плюс у него там типа 17 насадок там или 13. Ну, то есть, чтобы вы поняли, это чистая база, к которой крепятся всякие разные насадки, приспособления. Штуки, да. То универсальная есть вещь. Да, типа от бесполезных и типа полезных, да. То есть, ну, каждый, конечно, под себя сам выбирает. Да, то есть вот эти все моменты. Вот, что тут есть? Как ты думаешь, что это такое? Что-то мне так кажется, что-то с краской связано, да? Краска-пульт такой. А, это мойка. О, мойка. Мойка, шланг. Вот это мойка, да. Сюда втыкается шланг, отсюда и пошел все мыть. Сейчас я покажу. Ну, у них есть батарейки универсальные. Универсальные аккумуляторы. Да. Под все виды там шуруповертов, всяких этих моментов, и она тоже сюда подходит. Сразу крутила. Я купил это все за свой счет, так что Интерскол мне не платил, так что мы сейчас будем прям раз можно говорить или нельзя говорить, да, вот так. Делать, короче, да, запикаем, если этот. Короче, тут есть пару претензий, блин. Короче, с батарейкой раз... Во! Турбина. Вот эта штука. Что это? Турбина, ты турбина угадал. Какая-то. Ты турбину угадал. Короче, это вот такая штука. Да. Это воздуходувка. Сейчас тоже покажу. Можно костер раздувать. Тоже первая мысль, которая пришла. Или поросятам домики, как в этом сказке. Я потом еще покажу. Вот искать домики поросят и сдувать их. Дальше у нас получается штука такая. Реноватор. Знаешь, честно, я не знаю, куда он пригождается. Я ни разу им не пользовался, не в быту, да, то есть, но я его купил. А потом такой сижу и репу чешу, да. А... Зачем он? Я его купил, да. Это типа мультиинструмент, типа пилка, да, штатная пилка у него даже есть. Сейчас покажу, где-то тут была, лежала. А, вот она. Вот она, штатная пилка, да. То есть я ей воткнулся в дерево. Угу. И что ты думаешь? Она ее не разбелила. Короче, сюда нужна классная, хорошая пилка. То есть, ну, универсальное крепление. Я не знаю, как это называется. Ну, короче, посмотрите там, скажите мне потом,
что это за универсальное, кто шарит в этом. Потому что я не шарю. То есть тут главное вот эта защелка, да, вот эта защелка. А то я видел у одного китайского, да, то есть это есть же аналог китайский, да. Да, он вот поставил и все. То есть вот не зафиксировал. А тут прям надо до щелчка вот это щелк. Ну, короче, сейчас увидим, посмотрим. Дальше. Вот это пила сабельная. Опупенная штука, только я пилку не положил. Я молодец, я в курсе. Но, честно скажу, да, мясо разделывать две ноги быка, да, вот именно если кости пилить, хватает. Угу. Вот точно. Ну, это как лобзик получается. Не-не, это сабельная пила. Лобзик, он чисто вот такой поставил, короче, ну, и пошел, да, вот этот пошел пилить. А этот типа вот так пилишь, короче. Да, ну это потом вот тоже зацепим, покажу. Прикольно. Так, вот эту штуку я сразу заказал, то есть... Перфоратор. Мне... Да, это вот детям на утеху, да, то есть, ну, почему детям на утеху? Я живу в деревне, Юр, у меня из бетона, да, только фундамент. Короче, вы поняли, мне просто надо обшивать фундамент, да, а взять отдельно перфоратор, да, или даже взять у кого-то и бегать со шнуром. Я уже посчитал, мне там надо шнура почти 30 или 50 метров от розетки получается. То есть он вот так закрученный, да, то есть летом его, ну хотя через окно кидать, вот дурак, да. То есть сейчас допер, что можно с окна кидать. Ну не суть. Конец обзора. Это снималось чисто для перфоратора. Это самая дорогая штука, потому что я это запомнил. 2400, короче. Да, круто. Потом, затем, чем я охотился, вот почему я сказал обзор, мы не будем сразу снимать, да, это гайковерт. Сейчас будем смотреть тоже гайковерт. Для автомобилистов, да? Полезно. Ой, вообще штука классная. Но ему сейчас кое-чего не хватает, будем потом втыкать и будет. А это кульминация. Это кульминация, ребят. Как ты думаешь, что это? Болгарка? Да, отрезал. Отрезал от болгарки, короче, штуку. Вот. Ну, зарядник у них стандартный, да, он не быстрый. Ну, взял я, конечно, вот прям, чтобы заряжать. Сразу 4 ампера аккумулятор. Ну, еще бы, знаешь, для такого комплекта, чтобы еще один аккумулятор дополнительный. Не, это, понимаешь, это не комплект. Это я каждую покупал отдельно. То есть комплект, я думаю, он будет, но чуть позже, да. То есть мы отправляем эту коробочку пока. Погулять? Да, потому что это нам не надо. И начнем мы, наверное, с чего мы начнем? Ну давай, вот эту штуку. Или такую штуку. Воткну. Ну, я думаю, что вот, давай насос вот. Мы испытать не сможем сейчас. С этого. Это у нас... Чего у меня тут стоит? А, все. Короче, вот смотри, вот тут штучка есть, блокирующая, да? Угу. То есть это вот на камеру поставлю. И у некоторых инструментов есть вот блокиратор. То есть вот такая штучка пластиковая. И он, короче, вот как у шуруповертов же есть, кнопочка туда-сюда. То есть, типа, менять направление можно, да? На ряде инструментов менять нельзя. Я сразу такой смотрю и говорю... Ну, оно же поломается, но у них тут ребро жесткости, короче, с той и с той стороны. То есть он вот так просто не сломается. Но мне кажется, вот в коробке он по-любому должен раздолбаться. Все можно. Если будет, да, носиться. То есть, если берешь вот эту коробку, то туда нужен по-любому поролон, чтобы каждый можно было запихнуть. Короче, смотри. Воткнул. Да? Вот так воткнул. И вот здесь замочек закрыл, открыл. Закрыл. Да, и все. И он зафиксировался. Все, инструмент готов к работе. Распилить ничего не получится, потому что я пилки не взял. Да, мы ничего и пилить и не собираемся. Да и не поймали мы никого, чтобы распилить сегодня. Да. Ну, потом я просто сниму и будем вставлять. Короче, моменты. Вот, можешь вот сам попробовать, да, вот просто вот воткнуть, попробовать собрать. Давай, сейчас. Вообще, как будто магия какая-то сразу вне Хогвартса запрещена, да. Мощь.
И у него получается блокировка не срабатывает. Ну вот, например, на реинноваторе, да, вообще по барабану, то есть они убрали эту штуку. И что интересно, у него. Воу. Надо же, он включается. Без силы. Смотри. Видишь вот эту штучку? Вот мы его воткнули. Ага. Да? Воткнули. Он разблокирует вращение. Да? Но получается, когда ты его достаешь, вот этот блокиратор, остается. Который. Да. И ты когда нажимаешь, то есть он вот щелк, да, и он теперь не дает вращать. Учиться. То есть, чтоб сюда ничего не замотал. Ну, умно. Да. Защита от дурака. Да, от меня точно. От меня точно. Ну, реноватор. Мне чем понравился, да, то есть я немножечко почитал, что такое реноватор, да, то есть он не режет людей. Да, то есть вот эта штука получается, она плоть не режет, а типа, да. Ты думаешь, что эта штука можно еще всякую штукатурку отдирать, да? Да, смотри, получается, вот это вот в гипсокартоне, да, запилить вот этот квадратик, да, то есть, ну, ага, тут, или там в каком-нибудь ДСП, или, ну, ОСБ, да, то есть, мне кажется, будет получится. А вот для штукатурки, да, она тоже очень прикольная, классная. То есть, они продаются разные, то есть, не надо покупать целый реноватор, да, чтобы пользоваться. Причем пошел штукатурку старую облуплять. Да. И что удобно, да, то есть ты. Угол, да, любой можно. И регулируй. Почему? Прикольно, нет? Прикольно. Ну, вот ты допетрил. Я, например. У меня дома нету штукатурки. И вот. Шлифовка. Да, шлифовка тоже, конечно, прикольная, но у них есть еще вот такой, как он называется, короче, типа эксцентриковый этот шлифовка. Этот типа на одном месте стоит, да, ага. То есть и шлифует, да, ага. То есть вот, пожалуйста. Ну, все равно, ну, прикольно, ладно, пускай будет, так уж и напишем, да, прикольно, прикольно, ну, да. Что за х**а, да, прикольно. Запикать не забудь. Да. Сейчас тебе вот дам самому воткнуть вот эту штуку. Ох, так. Значит, вот так. Херак. Все? Да. А. Блокировка. Слышишь? Ага, что это? Понятия не имею, короче. Там. Знаешь, меня что успокаивает? Это гарантия 2 года. То есть, у него вот это. Да, еще рот открыть. А другую сторону? А другую ни хрена, да? Нет. То есть у него блокировка. Здесь только стоит. Чисто блокировка на да, одну да, сторону. Да. То есть он крутит в одну сторону. Ага. Но я вытащил вот эту штуку. Это типа от него мешок? Это он внутрь вставляется. Понимаю. Я такой. Куда ты вставляешься? А потом, знаешь, такое, ну, правда, прошло секунд 15. Она сюда. Ты понял? Да. У меня тоже мысль такая пришла, но нет. Подожди. Это типа можно было использовать как пылесос, чтобы он собирал этот мешочек. Сообрази как. Вот я знаешь, я сначала задумался очень, а потом допетрил, как его собирать. Я тебя понял. Понял, да? Понял, да? В чем прикол? Штука сюда, а это сюда. Да. Вот. Ах, все потеряно. Да. Есть еще. 35 лет, говорит. О, вот, смотри, вот, собери. Подожди. Смотри, у него, короче, прикол, вот две штучки вот эти, да, внутри. Ты их засунул, потом повернул. Да, все. Тут то же самое. Засунул и повернул. Не, в другую сторону. Вот так, да. Все. Все, погнали. Вот, попробуй. Удар, да?
Знаешь, что? Я сначала такой, ну, воздуходувка, сразу мангал разжигать, ага. Это факт. А потом такой, а в машине же вот эти штучки, когда да, надо да. доставать. То есть, ну, иногда прям бесит, да, вот эти маленькие камушки, еще что-нибудь такое. Да, ну, вот этот щелчок. Вот что там? Там? Ну, короче, вот потом ребята разберут, да, я не хочу его разбирать. Тут, да. тут еще знаешь, в чем прикол? Тут у них не эти обычные, а какие-то шестигранники, типа, ну, сервисы. Там что-то с редуктором, я так понимаю, что-то... Не знаю, короче. До конца затянутое, либо что-то... Нам Интерскол не платил, поэтому мы их хвалить не будем. Короче, какой-то щелчок есть. То есть, то ли тормоза, тормоз такой резкий, да, то есть, я не знаю, если ты это вот так мангал, да, то есть, шашлычнику мангал разогревать, штука классная, но надолго ли хватит? Короче, тут даже написано 2,8 метров кубических в минуту производства. Обороты вентилятора 24 тысячи, то есть, он напрямую он крутит. Понял, да? Нормально, то есть, тут 24 тысячи. А тут у нас, получается, реноватор. Что делает 21 тысяча? Осцилляция. О, угол осцилляции 1,7. А тут у нас 3300 оборотов. Во! Мы дошли до... У нас только шланга нет. До этого момента. И емкости с водой. Да. Тут, смотри, тут стандартный переходник. Тут подключается шланг, то есть... Да. Да-да-да, садовый шланг, короче, воткнул. В какую-то емкость. Но, смотри, тут она мелкий шланг, походу. Нет, то есть, там... типа, знаешь, который самогонный, да? У самогончиков, да? Ребят, говорит, самогонный. Вот с таким вот... Да, стандартный разъем. Со стандартным разъемом шланг можно и большой да. подключить. И тут, получается, вот, ну, когда он приходит, да, то есть он приходит разобранный, я его вот от руки закрутил, и он... И я его хорошо закрутил, походу, точно. Короче, он приходит, вот чисто вот башка. Вот эта штука отдельно, да? И вот здесь получается вот этот, вот эта насадка. Короче, есть еще нулевая насадка, но как опыт показывает у других, у китайских, я еще не пробовал сам, да, это вот под 40 градусов, а нулевая типа струйкой бьет. Струёт чисто, да? Да. То есть, вот зачем тебе просто тупо струя, да? То есть, было бы это как у моек, да, профессиональных, когда вот он разбивает что-то. Вот, то есть, он делает так, да, да, то есть, а когда просто бьет, ну, логика как бы... Ладно, проверим, ну, не будем напишите говорить. В комментариях, где это можно использовать, да, в таких моментах. Ну, где использовать уж... Он, знаешь, он больше бытовой. Вот тебе надо что-то помыть. Да, то есть вот что-то вот такое крупное притащил, и тебе надо с ведра вот это все лить. Ну, да, да, да. Да, да. Ну, ты понял, да? То есть, а так ты вот эту штуку прикрутил, ну, она. Ты ее больше выкручивать не будешь. Единственное, я, конечно, не понял. Вот эта резиновая штука. То есть она для защиты от воды, да? То есть но я ее натягиваю плотно, да? И все. То есть, ну, она потом отлетает. То есть это будет вот так. Да, я тоже не понимаю. Может, там в другую сторону, нет? А в другую никак ее не сделаешь? Нет. Она сразу была вот в эту сторону. Фиг его знает. Ну, вроде там я и тоже риски не есть, понимаю, да? В чем логика? Я уже пытался вот так его натянуть, да? То есть, ну, логика, видимо, вот ты его вот так натянул и оставил. Да, то есть, ну... Ну, потом-то он слетает, все равно, да. Он все равно слетает. Ну, как бы она, то есть, не имеет такой, какой-то функции. Ну, функцию понятно, что она от воды защищает воды, да, чтобы сюда не прилетело. Но все равно... Помнишь, что всегда есть синяя изолента, она... Точно. Забыли положить комплект. Факт. По-любому, знаешь, в любом случае, да, вот это все перемотаешь синей изолентой, потому что ты его не будешь больше выкручивать никогда. Но, что мне нравится, да, то есть, ну, как, типа, по отзывам, он, типа, вакуум сам засасывает, типа, воду. То есть, тебе не надо заливать что-то. Да, то есть, на, как бы, подачу что-то. Ну, проверим. Ладно, сейчас вот весна потеплее придет. Проверим. У меня просто интерсколовская мойка, да? А, она, отдельно, то есть? Да, отдельно, но сетевая, да, то есть. В
чем красота, да, то есть мне все сказали, говорит, бери мощную, говорит, и я взял нормальную, она обычная, единственная, шланг 8 метров, то есть с одной позиции весь автомобиль моется, то есть вот этот УАЗик, туда-сюда. Так, у нас мы подходим к нашей любимой интригующей троице, которая реально топовая и которая классная, по сути. Вот эта штука. Это наш гайковерт. Знаешь, вот, вот я его реально еще не проверил. То есть я его вот вчера купил, сегодня привез. О, смотри, что тут есть. Шестигранник. То есть шестигранник. Можно как использовать тоже какие-то насадки. Будет. Да, 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 слушай. А я вот не думал, что там есть шестигранник. Ну и вот этот переход. Переход, да. Да, да, то есть тут прям... Тут еще и написано... 2800 оборотов в минуту, количество ударов 3200. Короче, я еще его не тестил, но штука должна быть бомбическая. Почему? Вот, вот для машины, да, это классно. Ну да. Почему? Потому что, то есть, ты можешь перебирать, но сюда вот колесо снял, поставил, да, то есть у тебя лежит, сюда не хватает компрессора. Они обещают, короче, компрессор, но... Еще меня... будет компрессор, то есть в комплекте, да, получается? Ну да, они его, типа, разрабатывают. Но, по ходу дела, у китайцев уже есть. У меня, знаешь, какое подозрение, что Интерскол заказал китайцам, короче, разработку, а китайцы взяли, короче, и это все с... Ну так пюре. Они и делают обычно. Да-да-да-да-да-да-да. Или наши, короче, у кого-то сперли и потом скопировали и запатентовали. Ну, шучу. Дальше у нас идет самая веселуха. О, перфоратор. Собери перфоратор. Посмотри. Перфоратор. Причем он прям ударный. Он ударный. Угу. Да, и у него регулировки, вот покажи вот на камеру. Вот, вот, где камера? Вот, тут, то есть режим бурения удара, да, да, и просто вот сверление. Как, ну, как сейчас сверло. Трель, да. Да, 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 да. То есть как вот стандартный перфоратор, да, то есть вот, вот этот механизм от перфоратора. И прикол получается 1,7 джоулей. Ну и диаметр он берет небольшой, насколько я понял. По-моему, стандартный, нет? Не, он до десятки вроде, или до восьмерки. Сейчас скажу, SOS Plus, система крепления SOS Plus. Это SOS Plus называется, модуль перфоратора SOS Plus. По 14, типа он на 14? То есть до 14? Не, наверное, до десятки или 14? Не знаю, короче, я еще просто биты не, вот эти перфораторные не покупал, просто потому что у меня не было перфоратора. Так, ладно, это-то все хорошо, это лирика, да, то есть перфоратор-то, но самое главное, мы подошли к вот этой болгарочке, да-да-да-да-да-да, собери болгарочку, она меня сегодня выбесила. Сейчас скажу, она меня и обрадовала, и выбесила. Да, вот вруби. Плавный пуск. Вот, такой прям хороший. Я реально отрезал вот такой болт. Просто, знаешь, такой. Бью. У меня дядя пришел. Он говорит, я, говорит, по телеку видел, говорит, он сдохнет. Я говорю, не должен. Я говорю, пошли проверим. И мы реально, знаешь, такие. Такие. Разрезал! Он реально разрезал, знаешь, то есть, ну, маленькая болгарка не нужна, все, боги болгарки, да, молитесь, да, мы пришли, да, то есть, он сразу мне сказал, мы отпилим вон то, вон то, вон то, и вон там труба торчит еще, говорит. Я так, ооо, как мозг-то быстро заработал, говорю. И батарейка даже не просела, но тут есть косяк, да, то есть, тут вот, вот это нажатие, да, можно заблокировать вот здесь. Получается, вот ты кнопкой, получается, блокируешь, но мне такое ощущение, что вот она через раз вот тут вот срабатывает. Или она слишком новая, да? Не разработалась, или... имеешь в виду? Ну да, то есть, ну... А, видишь? Это мы, называется, только поменяли.
Вот. И все равно, чего-то. Да. Ну, ты понял, да? Да. Ну, вот, обратно, вот, все вернулось, да? Вот сейчас вот этот язычок, то есть он будет опять заходить, все нормально, да? То есть... Ну, то есть вот такие вот мелкие, кстати, неприятности есть. Ну, в целом, что вот набор... Инструмент, то, что вот такой классный, да? То есть это прям хорошо. Такие вот мелкие есть. Ну, мне кажется, знаешь, это... Все, то есть... Ну, видишь, такой разработки вообще ни у кого нет. Ну, да. Но задумка самое прикольное, да, то есть вот эта рукоятка, да, то есть она тоже откручивается, да, то есть у китайцев нет рукоятки. А, то есть у них вообще без рукоятки? У них нет рукоятки. На другую сторону? На другую сторону нет рукоятки. Он крутит только в одну. В одну сторону, получается. Он только в одну, короче, работает. Вот, приколюшка была в другом. Я, короче, не смог его открутить. Прикинь? То есть... Вот этот блокиратор, да? То есть он вот ты его засовываешь, да? То есть ты его вот засовываешь, я его еле вытащил, да? То есть... И он не блокирует. Это же косяк. Это реальный косяк, понимаешь? Это же получается основной... Вот смотри, я его расшевеливаю, да? И вот сейчас я его заблокировал, да? И я шайбу все равно не смог открутить. Понимаешь? Я, короче, вот беру, да? Пытаюсь вот это все открутить. И у меня все это проскакивает. Да. Все это проскакивает. Так оно и есть, блин. Я, конечно, понимаю, что я первопроходец, блин. Но все равно обидно, понимаешь? Вот если это добралось до магазина, да? Да, я это нашел на магазине, и они знают, в каком магазине это продается. Да, тушек нет, но болгарка, по ходу дела, ну, все. То есть, ну, мне казалось, что там масло попало, да? То есть, ну, скорее всего, да, то есть придется сдавать сервис, не сервис, то есть она вот все. То есть она не блокируется, и она не откручивается. То есть тебе нужно блокировать кольцо. Да. Вот в этом косяк. Конечно, косяк. Болгарка божественная. Режешь прям как по маслу все. Все хорошо. Недочет вот в этой кнопке. Ну, я думаю, что... Понимаешь? Если это не единичный случай, то они это подправят в дальнейшем. Понятия не имею, но... Может быть, конечно, это и... Знаешь, что? Мне кажется, вот он хорош. Да, то есть он хорош, он может быть и как у китайцев, да, то есть мы сейчас просто вот найдем, да, то есть там видео про какого-нибудь китайца, да, который там купил какой-то чувак, да, там, было, я смотрел, да, чувак купил, короче, за 15 тысяч, у него вот эти крепления, да, то есть вот хочется проверить, у него подходят вот эти крепления к Интерсколу или не подходит, да, то есть чтобы Интерскол... сравнить, проверить, да, то есть ради этого покупать комплект. Почему вот это выгодно? Потому что у них батарейка. Ну да. Потому что это вообще недорого. Аккумулятор вот на это, целую да, кучу. Да, да, на всю посадок. Кучу. А китайца ты взял, вот у тебя есть два аккумулятора, и все, и ты молишься, какой мне нужен переходник, да, то есть я бы мог взять, знаешь, он дешевле выйдет, да, китайцы. Ну, у Интерскола есть еще нормальный инструмент, который просто батарейки, на батарейке, да, но, блин, тут удобно, один аккумулятор, да, и на все, то есть я хочу еще второй, 4 ампера, да, и буду охотиться на 8 амперный. Я просто еще купил бензопилу. Тут еще у них есть пила, которая по дереву, но опять-таки я ее не взял. Почему? Потому что у нее там нету подачи масла, то есть тебе надо будет макнуть в масло, ты понял, да? Да. Потом лобзик самый дешевый вроде у него, он 1000 рублей, да, то есть, ну пока он мне просто не нужен, да, вот для фигурной резки лобзик, такой думаю, этот шлифмашинка, да, которая прям большая, классная, опять-таки, но мне она пока не нужна, то есть я могу шкурку просто так пошкурить и все. Смысл вот в этом формате. Что там еще было? Шуруповерт.
То есть я купил шуруповерт без насадки шуруповерта. Да? Почему я этого не сделал? Потому что у меня дома есть шуруповерт, который мощный, хороший, классный, да, то есть служит мне уже там 8-9 лет, да, то есть и не дохнет, да, то есть хоть что ты делаешь. Я с ним, когда пришел, сразу себе джинсы намотал на шуруповерт 18-вольтовый. Я просто не поверил. То есть он тогда только вышел, вот как Интерскол только вышел, то есть тогда тоже только вышел, типа сказали, там батарейка универсальная, блядь. Я говорю, ну что за бред, короче, какие универсальные батарейки в нашем мире. А сейчас вот, пожалуйста. И у Интерскола очень классно, много оборудования. Да, болгарка классная, классная, прям суперская. Но чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть просто чего-то не хватает. Чуть-чуть, знаешь, вот это вот как вот в моменте, знаешь, такое, ну чуть-чуть сыровато, да? Первый блинчик, ну чуть-чуть сыровато. Да, может, его просто надо разобрать, да, посмотреть, да, и собрать. Может, там что-то просто отлетело. Ну, возможно. Ну, не случай, в да? первый, да. Ну, не в первый же. Может быть, и не единичный. Да. Ну, хотелось просто нормальную кнопку. У них есть болгарка. Именно вот... Отдельным, Да. Отдельным инструментом. Чисто тушка продается. То есть ты покупаешь батарейку, воткнул и работаешь. Ну, классно, все хвалят. Ну, как хвалят в своем диапазоне. Все мечтают DeWalt, Makita. То есть я тоже такой думаю, ну Makita, нахрена мне профессиональная Makita, да? То есть у меня и так денег не бомбически, да? То есть это много инструментов заменяет. Но понимаешь, в чем прикол? Что мне нравится? Да, вот это самое дорогое. 2400. Ну, даже если вот это сломалось... Да? Mm-hmm. То есть ты не хочешь, например, ты отдал это в ремонт, да, то есть у меня будет ситуация, да, я ее отдал в ремонт, я возьму вторую. Ну да. Она стоит 1200, 1500, 1600, ну не помню. 6 марта. Так, смотри, модуль гайковерт у нас 1700. Так, модуль АМ. Мини-мойка 1400, да, модуль Интерскол, воздуходувка 1200, УШМ, болгарка, шлифмашинка, вот это, вот не догадаешься, 1400. То есть ты где-нибудь можешь купить болгарку нормальную, знаешь, с диском, который проработает, то есть отрежет вот такой болт, да, то есть за... Да. Ну, я понимаю, что дешевый какой-нибудь, знаешь, сетевой, но это же не сетевой. Плюс вот эта тушка, она обошлась мне 2500, да? Ну, сдохнет тушка. Возьму другую, и это все останется. Сдохнет вот это, да, то есть можно, ну, быстро все это поменять. Вот это прям классно. Где тут Куалда? Так, остальные сколько у меня вышло? Дрель шуруповертная, аккумуляторная, Интерскол. О, смотри, товары и услуги. Дрель шуруповерт, аккумуляторный. А, это я тетке покупал. Это дрель. Сейчас запутаю эту. Так, зарядное устройство. Зарядное устройство 1280. Так, пилу еще я у них покупал, короче, полностью, ну, это не суть. Привод модульные инструменты Интерскол, Мультимакс, бесщеточный. То есть вот эта тушка, 2500. 2500, получается, мультибокс. Да, вот этот мультибокс. А, это, короче, большой, средний мультибокс. Он обошелся 1600, маленький 1400. То есть я сначала думал маленький, да, потом посмотрел, у них есть большой, я сказал, давайте сразу большой. Разница в цене небольшая. Небольшая, но конечно, при этом удобная штука. Да. Еще больше, то есть еще не было. Так, сабельная пила модуль 1600, МФИ Инноватор 1600, перфоратор 2400. Это самый дорогой, да. То есть, ну, он по сути самый качественный, да. То есть, я его когда воткнул, сразу у меня
глаза побежали, такой, ва, какая классная штука, какой я молодец, да, пока не дошел до болгарки. Ну, болгарку прям очень-очень хотелось прям. Вон полноценная болгарка. Да, 4 ампер часа, как бы, сразу взять, сразу нужно работать. Ну да. Вот этот момент. В целом, я доволен. Есть нюансы, но я доволен. Тебе как? Ну, блин, идея офигенная просто, я бы сказал. Ну да, есть какие-то вот недочеты мелкие, какие-то вот косячки, но так-то в целом, как бы, это ну, очень неплохая идея, неплохая задумка. Я думаю, что в дальнейшем все равно это будет как-то усовершенствоваться. По-любому. И в конечном итоге мы получим уже более-менее такой качественный инструмент. Ну, мультитул, да. Мультитул. Это по сути, да, это мультитул. Прикольно, прикольно. Все. Мне кажется, вот если вот это все попрет, да, это будет на второе поколение, да, ну, ладно, с болгаркой, да, то есть там, может быть, мне так не повезло. Может подправить что-то, да, если это вся серия такая. Тут еще смотри, тут 13 написано. Что это значит? Понятия не имею, короче. Тут 13. То есть, ну, вот прикиньте, да, фартануло, да, вот, 13, да, то есть 13, прям 13. 13, то есть, ну, хорошо, блин. То есть, я тут зафиксировал, да, то есть, ну, мне прям безумно интересно, хочется разобрать, проверить, да, ну, лучше отдать, пускай починят. Да, специалистам. Специалисты, да, сами разберутся с этим. Ну, посмотрим. Сдадим, так сдадим, ну, 13. Капец, конечно. Ну, вот обидно вот за партия эту кнопочку. 13. Не знаю, но ничего производство, себе. Веришь, нет, лабуга. Это наш продукт, ребят. У меня гордость за это берет, да. То есть мы умеем делать. Да, понимаю, что это там разработка. Да, у китайцев может быть еще такая же. Но если такую штуку в массы, ну, классно. Классно, может потом доработается, может даже у других производителей. Ну, видишь, вот когда тебе надо что-то быстренько сделать, да, то есть вот ты развернулся, вот тут надо вот это отрезать, да, то есть ты отрезал, да, пробурил, да, там подпилил металл, да, и прикрутил. Прикрутил все. Надо гору инструментов. И все это быстренько так. У тебя в чемодане в одном. Надо. То есть, ну, реально удобно. То есть удобно. Вот это все. Согласен. Все вот все в этот чемодане. А представляешь, с собой таскать, да, целую кучу всех их инструментов отдельно. Ну. Еще причем с питанием, если сеть там от сетей. Нет, это прям. Это топчик. Ну, это удобно на самом деле очень. Реально, очень удобно. Задумка классная. За идею 5. За реализацию... Ладно, 4. 4 наши же, да. Ну, натянуть, как говорится. Ну, все равно, знаешь, такое, ну, в Татарстане уже, ладно, делают. У нас же делают, все хорошо. То есть, я вот это все вот просто вот даже вот съедал, да. Ну, не ложил, то есть там все вот просто вот. Все. Да, но остальных не хватает, то есть тут еще маленький ящичек и все, и топчик. Ну, по сути, маленький ящичек никто, ну, если мастера будут это использовать, да, там типа муж на час, да, или там на полчаса, да, или 15 минут, или 3 минуты. У кого как. Ну, проще два. Два ящика таких больших, я так, да? Я понимаю, что они еще взаимосоединяются. Да, то есть вот он поднялся, это у Макиты, короче, вот такая штука. И еще сверху один, да, закрепить. И они поставил и закрепил. У нас так, как второго, другого нету, да? То есть, ну, он закрепил, и ты пошел вместе с двумя ящиками, да, сразу. Да? И хранить классно, да? То есть, или там в машине возить, или еще что-нибудь такое. Реально прикольно, классно. Пластик мягкий тоже. Многие говорят, типа, у профессионалов там жесткий пластик, да, то есть он хороший, качественный. Ну, тут мягкий пластик, ну, что он холод выдерживает, не знаю. Ребята, блогеры, протестируйте, пожалуйста, а? У нас просто бюджета не хватит на это все. Вот.
всем как бы... Возможно, кто-то уже работал с таким инструментом? Нет, нет? Я первый. Ну... Его нельзя купить больше, понимаете? То есть я забрал буквально последний, я отслеживал вот эту тушку, да? Остальное ты можешь заказать. Остальное есть, тушек нет. То есть центральной тушки нету. Все, то есть... они потом как бы больше будут, но центральной тушки нет. То есть я везде искал. Пока нет. Мы первые. То есть первый обзор на Интерскол прям здесь и сейчас, как бы на Мультимакс. Ребят, здесь и сейчас Мультимакс, не знаю, вначале включили потом. Это был первый обзор. Все. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии, что вы думаете об этом. Да, да, да. За звук ничего не говорите, да? За стол ничего не говорите. Все писалось. Снимали как могли, то есть справились. Все спонтанно, да. Весь бюджет на бутербродиках. Спонтанный обзор, поэтому у нас мы не готовились. Взяли все, что было из оборудования. И вот решили запилить для вас такой обзорчик. Старались как могли. Так что, ребят, мы не профессионалы, мы так... Вообще пришли, ушли. Да, так что с нас строго не спрашивайте. Да. И в комментариях дурацкие вопросы по поводу, как он будет работать, нам не надо. Мы вам показали, как он есть. Да? Да. Есть классный инструмент, но эти претензии куплены за свои деньги. Да, Интерскол. Пожалуйста, пришлите нам что-нибудь за наши старания. Да? То есть, ну, с болгарки, да, косяк. С кнопочкой именно, с кнопочкой. Вот конкретно только с кнопочкой, по сути. Так, так. Вот еще в чем косяк. Потом вот тоже. Видишь вот эту кнопочку? Угу. И вот когда ты режешь, получается, да, вот сейчас помню. То есть она может нажаться, да, получается? То есть она по-любому нажмется, да, то есть она по-любому, да, кстати, влетит, это... да, вот. Неудобно, вот видно, то, что да? сделали снизу. То есть, ну, да, да. Мне кажется, она как вот... То вот, есть вот, можно задеть случайно. Пускай бы она... Вот здесь сделали, да? Ну, не то, что, чтоб, если бы она была как утопленная, да? Ну, да, утопленная. Вот в этом формате, да, круглая вот эта с фиксацией, да, как у всех болгарок, да, то есть, ну, по классике, да. Тут, мне кажется, знаешь, просто вот не додумали. Весь мозг ушел на перфоратор. Перфоратор шикарен, да, то есть он никогда в жизни, наверное, не сломается, да. Ну, на УШМ-ке, знаешь, то есть думать, ну, давай, говорит, не будем думать, просто возьмем, поставим. А что поставим? Давай что-нибудь поставим. Вот в этом формате, да, то есть вот это, да, то есть вот. Сейчас мы чисто бабок срубим, а потом доработаем. Да, бабок тут, ну, бабок они... Ну, да, особо не срубишь, конечно. Ну, по сути, они срубят бабки. У них мини-макс. Ну вот на данный момент, как бы то, что есть, то есть. Как есть, то и сняли. За свои бабки взяли, да, вам показали. Все, ребята. Всем спасибо. Да. Всем спасибо. С вами был Тимур и Юра. Да, и Юрий. Да, подписывайтесь, ставьте на лайки. На канал Юры, потому что это выйдет на его канале. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии по поводу. Да. Всего. Клево. Всем пока. Все, всем пока, всем бис. Все, пошла запись? Да, запись пошла, давай, пили. Покажи, что получилось. Так, для Эльдарика купили. Да. Так, вот здесь. Да. Все.